В интернете был маленький мальчик вот перед этим эфиром, который нам пожелал удачи. Я люблю эфир. Экстрим? А пожелай удачи. Пожелай удачи. Очень много писем, сообщений приходит и пишут из Луганска. Спасибо, что в такое тяжелое время вы дарите нам минуту радости. Поразительно, как непрофессионалы, да, без музыкального образования, милиционеры и так шикарно поют. Паваротти и итальянских вот этих тенеров, они могут прекрасно заменить. И я хочу, чтобы дошло до самого кинца. Спасибо. Хороших милиционеров любят все, знаете, как из детства, про дядю Степу. Это что, это мы, что ли? Ничего себе. Нас пришли поддержать в воскресенье наши маленькие болельщики София и Лёва. Мы пили чай, разговаривали о выборе песни на следующий эфир. Ну что вы предлагаете, как вы думаете песню? Майкл Джексон. Какую? Какую? Какой Майкл Джексон? Сноуми Кэмпбелл. Подожди, мы сейчас за песню говорим? Или? И так тепло в такой душевной обстановке, атмосфере такой приятной. Поэтому можно почаще такое устраивать. Сейчас они должны понять, какая профессия должна быть в их ней. Это профессия, которая у них уже есть, или музыка, которой они уделяют столько времени. Будучи курсантами, мы каждый день занимались творчеством. Приходя после занятий, бросали свои там конспекты, бегом бежали в репетиционный зал. Сейчас вот такое вот ощущение, ну, полноты, потому что ты занимаешься своим любимым делом. Вот это такой должен быть номер. С колоссальной отдачей. Вы должны в конце вообще вот быть в умот. Очень вот просто вот отработали номер и идете уже все. Они надежные, смелые, дисциплинированные. Сама профессия их так воспитала. Мы как бы вот так вот, не знаю, взлетели, и сейчас нам, ну, падать не хочется ни в коем случае. Хочется сохранить этот полет. Мы не хотим останавливаться.